На сегодняшний день все большее количество производителей использует свою индивидуальную систему маркировки компонентов. Не исключением в этом случае является и компания «Мурата». Сегодня мы рассмотрим систему маркировки керамических СМД-конденсаторов «Мурата». Для примера возьмем керамический чип-конденсатор емкостью 0,1 микрофарада с диэлектриком XMR 10% точностью размером 0,805, который у «Мурата» будет маркироваться GRM21B R7 1H104K, где GRM – это тип компонента, керамический чип-конденсатор. Размер 21 – это размер 0,805. Если 15, 0,4,02, 18, 0,6,03, 31, 12,06, 32, 12,10, 43, 18,12, 55, 22,20. Третье – это тип диэлектрика. R7 – это XMR, 5C – это КОК или НПО, F5 – это Y5V. Четвертое – напряжение. 1H – это 50 вольт, 0G – 6,3. 1А – 10, 1С – 16, 1Е – 25, 2А – 100, 2Д – 200, 2Е – 250, 2G – 630 вольт, 3А – 1 киловольт, 3F – 3 – 15 киловольта. Пятая емкость. Первые две цифры обозначают значение емкости в пикофарадах. Третья – множитель, степень числа 10. 6 – допуск. К – это 10%, J – 5, M – 20. Z плюс 80 минус 20. Итак, мы коротко рассказали вам о системе маркировки керамических чип-конденсаторов «Мурата». Надеемся, что это поможет вам в выборе компонентов на нашем сайте.